Приветствую! Очередное ужасающее видео разлетелось по сети. На этом видео якобы представители самборского ТЦК и СП с помощью доступных только им и понятных только им методов и методик поднимают морально-психологическое состояние мужчины и всячески стимулируют его. Идти служить в армию, защищать Украину, защищать именно вот этих ребят, наверное, он должен. И для того, чтобы он пошел их защищать, они используют предметы, похожие на оружие, которые почему-то входят в непосредственный контакт с головой мужчины. Они используют такие прекрасные слова, как ⁇ Я тебя закопаю ⁇ в лесу, и никто не узнает, сейчас мы тебя закинем в багажник. И, видимо, это все, по их мнению, должно вот способствовать действительно такому э, поднятию морально-психологической обстановки и волевого и боевого духа ЗСУ. Конечно же, я э, вот здесь, знаете, такой э, с сарказмом это все говорю, мне хочется где-то постебаться над этой ситуацией, но поймите меня правильно, это не Нежелание посмеяться даже, да, это вот ну, какая-то психологическая, наверное, защита нервной системы от того, что ты видишь, от вот этих ужасающих кадров. Кадров, которые я не могу вам здесь, естественно, показать, потому что YouTube забанит, но если вы это видео еще не видели, заходите по ссылочке, которая есть в описании к этому видео на мой телеграм-канал, и там как раз будет ссылочка сразу на это видео. Несмотря на то, что я юрист, мне здесь хочется дать не столько, наверное, юридическую, сколько человеческую характеристику этим действиям. Беспредел. Ну, это полный беспредел. Причем это беспредел не только в отношении этого человека, ведь проблема же гораздо глубже. И вот эти действия таких представителей ТЦК и СП, они же вредят даже не конкретному человеку, а стране в целом. Потому что благодаря именно таким видео... Вы, дорогие представители ТЦК, создаете прекрасную картинку, которая показывает... И востоку, и западу, что происходит в Украине. И люди воспринимают нашу страну именно по вот этим картинкам. И это просто жесть. А в контексте мобилизации, в контексте того, что во время военного положения вы должны стимулировать людей приходить в ТЦК, идти защищать Украину, вы делаете что? Ну, я думаю, что такие ролики, конечно же, они безусловно стимулируют людей прям бежать, прям после этого очередь в самбурские ТЦК выстроится, и все такие «я хочу, и меня возьмите, и меня туда возьмите». Ну, ну, это беспредел. И на этот беспредел, естественно, должна быть жесточайшая реакция государства. Если вы помните ситуацию, где э, человек нецензурно высказывался в отношении военнослужащих, и плевал в военнослужащих, что ни в коем случае недопустимо, за что нужно наказывать, был сразу наказан. Там в тот же или на следующий день он уже был задержан, и нам показывали фотографии, где он с разбитым лицом. И у меня, конечно, вопрос, а почему это не работает в другую сторону? Почему вот здесь, когда человек в военной форме бьет гражданского, его до сих пор еще не задержали? Почему мы не видим показательных судов над этими людьми, чтобы вся страна увидела, что такое недопустимо в нашей стране что государство защищает человека независимо от того, в форме он находится или нет. Хотя, опять же, если там разбираться, кто в форме, кто нет, то в итоге государство такое ощущение, что защищает только тех, кто э, в ТЦК находится. А вот тех военнослужащих, которые на передке, вот они, мне кажется, менее защищены с точки зрения даже уголовного кодекса, чем э, вот те представители ТЦК. Но здесь, опять же, не все так плохо. И нужно отдать должное ДБР. ДБР уже отреагировало. ДБР уже внесло запись в ЕРДР о начале уголовного производства по части 3 статьи 406. И вот этим людям по данной статье грозит от 3 лет до 10 лет лишения свободы. И... Хотелось бы, очень хотелось бы мне, как представителю общества, вот, чтобы это дело было доведено до конца, чтобы суд дал надлежащую оценку действиям этих людей, и чтобы нам, вот так, как по всем телеграм-каналам, власть показывала, что там задержали человека, который нецензурно высказывался в отношении военнослужащих и это правильно его нужно было задержать и он должен был понести соответствующую юридическую ответственность за это потому что такое поведение в отношении военнослужащих в отношении людей которые своей жизнью каждый какой каждый день каждую секунду рискуют обеспечивая нам мирную жизнь обеспечивая наше выживание ну, по отношению к ним нельзя так обращаться да с ними так обращаться к ним так относиться, но государство для того, чтобы было ну, некая некая справедливость, некий баланс, должно же и в людей в военной форме, если они нарушают закон, тоже привлекать к ответственности. А пока мы почему-то не видим этого. Но, опять же, подчеркну, это то, что вот мы хотим, да, и мы будем надеяться, что ДБР доведет это дело до конца и передаст его в суд. А мы со своей стороны будем следить за развитием событий. И, кстати, да, здесь тоже нужно же еще отметить, что Областной ТЦК и СП, по сути, косвенно признал, что то, что происходило на этом видео, это реальность. Почему я говорю косвенно? Потому что они это видео не опубликовали, да? Но исходя из того, что сегодня топовое видео именно вот это, то я делаю вывод, что вот их признание, скажем так, оно касается именно этого видео. Но тоже, что интересно, вот если там почитать вот это признание от Львовского областного ТЦК, то мы же там видим какую картину? Что, мол, в сети показано не все видео? Что, мол, мы же не видим всю картину. То есть, такое вот начинается выгораживание своего вопрос: да а какая там может быть картина? после которой вот эти действия прикладываться предметом, похожим на оружие, к голове человека будет правомерным. А после каких действий обещать человеку закопать его в лесу, так что его даже полиция не найдет? будет правомерным. Зачем вы выгораживаете? Ведь вы же настраиваете общество против себя, выгораживая вот этих людей. Вы должны наоборот показать, что вот он нарушил закон, вот мы его привлекли к ответственности, наказали, все. И ты, идя в ТЦК, не должен бояться, что такое будет с тобой. Несмотря на то, что мобилизация, несмотря на то, что военное положение, ты должен знать, что ТЦК и ИСП Напомню, это территориальные центры комплектования и социальной поддержки. И идя туда, ты должен понимать, что тебя поддержат. А вот это что? А получается, что поддерживаем мы только своих, рассказывая, что мы не все видео увидели. И еще, на что хочу обратить внимание. Мужчина, харьковчанин, который стал, к сожалению, героем этого видео, он в одном из видео говорит: Я нахожусь здесь, в статусе человек. Вот ко всем, кто любит этот статус и гордится им, и где нужно и не нужно, говорит об этом статусе. Вот обратите на это, на это видео внимание. Обратите внимание на ситуацию с Марьяном и поймите, сделайте вывод: что то, что вы называете статус человек или там волеизъявление человека, оно на практике не работает. И нужно искать, скажем так, более эффективные методы защиты своих прав, чем просто говорить, что вы находитесь в статусе человека. Помните об этом. Друзья, буду следить за ситуацией. Если будут какие-то новости по ней, обязательно сделаю видео и проинформирую вас об этом. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.